Бля, ебаненькая немного мапа, если честно. Здесь мы за деф начинаем. Есть еще хуже. Здесь мы за деф начинаем. Есть одна, которую мы баним вообще. Да, это я понимаю. Блять, мы за нападением. Так. Это термит, ребят. Короче, я с тащера начинаю. Они будут либо в гараже, либо на кухне. Скорее всего, на кухне снизу. Блин, короче, Слэдж это лучший персонаж в игре, если вы не в курсе, ребята. Тут нет гаража, тут есть оружейное. Ну, это тут есть гараж, отдельный этот склад. Я про него говорю. Вы чё, блядь, умные самые? Я нет. Ты чё, тупой самый? Нет. И всё? А что будем делать, если они там забаррикадируются? Ну, я вообще, если честно, не знаю, как низ пробивать. Как-то через верх надо выпилить весь эту кухню ебаную. Так там нет верха. Я не помню ни одного раунда, когда мы побеждали против кухни. Ну, вообще там все стены ломаются, типа в коридоре или что-то такое. Определите, где есть контейнер. На складе там никого нет? На кухне, скорее всего? И одна кухня. Да, на кухне. На кухне. Кухня это снизу? Да, снизу. Это где я? Ко мне подъезжать? О, блять, это проще сказать, чем сделать. Я попробую увидеть таргет. Да, нашел таргет. Да, не внизу сам. На глушилку заехал. Ну ладно, похуй. Я не знаю, ребят. К сожалению, не получится найти мне место. Короче, нам нужно в дом проникать просто. И сверху все разъебывать. И окна поглядывайте, будьте начеку. Так, ребят, я в принципе знаю, что здесь делать. Чё? Тут был пульс, сидел внизу, если чё. Пойдём со мной тут, флешку, как думаешь, кинешь машинку свою? Угу. Так, тут нет никого. Там снизу пульс лежит под... А, нет. Блять, меня убили, нет, слышите? Нет никого? Не-не-не, тут нет никого. Я нихуя не понял. Да идите вы нахуй, ну в чем? Блять. Я вроде не знаю, куда идти. А, ты так решил? Ну-ка, стой. Да, хули еще. Чел! Ты что, не слышал, как он тупал? Там везде враги, Игорь. Снизу или где? Еще дырочка есть, да. Нет, серьезно, снизу? Враги везде? Да. Да, и слева, и справа. Готовы? Клоус. Если бы это было не рук, я думаю, я бы выебал его. Ребят, мы сейчас против таких каких-то гипердрочей играем. Да, нет. У меня просто слов нет. Меня чел убил через такую какую-то щель непонятную. Так это нормальная, нормальная история. Он стрелял. Ну, я даже не буду говорить словами, не объясню. Я касл взял. Глушилка будет у нас? Это, я есть это, твоя глушилка. Это оружейное разве? Да, это оружейное. Вроде. Говноеды ебаные. Плюс. Ну блин, это место, я не знаю, как его штурмануть. Оно дисбалансное слишком. Нас сейчас вынесут это на скринте. Нет. К обороне. Враг не должен обнаружить броник. Стены делайте. Сашка, уйди оттуда. Я дверь-то заделаю. Блять, флешка. Виталик, это не надо делать. Вот это. В смысле не надо? Ну, эти стены не пробить вам. Или стой, или тут тоже деревянная была. Там тоже деревянная была. Я думал, типа, тут все можно. Думал, все могут короли? Камера установлена.
Ой, Андрей, убери, пожалуйста. Давай, уберу. Уйдите отсюда. Это Игорь, я твою тут убрал. Ой, я? Где? Я поставишь тогда снова? Поставлю. Я сюда поставлю. Тут вдвоем не надо сидеть, наверное. Ты можешь вот туда, с той стороны стены, где-то сесть. Пролак какой-то интересный был. Тут вот это могут разъебать. Прям смотришь. О. Здорово, доброго. Сьюзан. На, это дырочка сверху, да? Шутки плохи. Ну, закатилась шайбочка под меня. Подними, Игорь. Да. Или кто-нибудь. Поднимаю. Спокойно жить будешь. Да, у него больше нет. Все, у него кончились. Короче, надо ждать, когда кто-то сейчас будет ставить на эту тему. Дождался. Угу. Не дайте врагу возобновить процесс захвата. Сейчас спрыгнул чел уже с щитом. Куда именно? Чел с щитом стоит. Ну он байтится вообще. Бля, Кабачи, ты чё? Вот это ты нормально сыграл, конечно. Так ты же смотрел, блядь, эту дырку, ты чё не фонтал, что ушел? Да не, слышь, это какие-то гипердрочи, они все слишком чётко делают. Да не. Просто мы хуйню делаем. Сначала фьюзу нафидели, потом позиции сдали. Это плохо. Чё, скринил кто, не? Чё? А, не, я не скринил. Так, ну снизу они уже не могут быть. Они будут наверху. Это Blackbeard будет решать вопросы наверху. Слышишь, Кабач? Или нет? Или они в баре? Mm-mm. Я наебал. Я нашел их. Точно? Ах, где они? На соседнем здании. Жалко, у нас термита нет. Там просто стена, типа, можно было разъебать сразу. Могут выглядывать с этой точки. Наверное. Как мы тут пройдем? Тут можно стену разъебать эту? Стой, я тоже свою взорву. Отходим. У нас раз показываю. Пульс прямо на точке ходит. Погоди, два. Там чел. Это пульс стоит, смотрит нас всех. У нас одна рука. Ещё, блядь. Так, ну если обнаружили, где-то прилеплено, вот она. У нас бабах делает бабах. Тут нету ни их своя. А, вон там справа один чел. Еще обнаружили опять. Короче, тут еще одна камера где-то. Нет!
Бля, не вижу его. Нас обнаружили. Кто меня все обнаружил? Ебать, граната! Я случайно. Я заебался ловить ебало, блядь. Вон, блядь, камера сзади. Разъебал. Ай, фишка. Промазал. Короче, там взорбаш сзади чел вообще. Где мы были, Игорь? Где мы были, да? Понял. Справа меня вообще откуда-то убили. Сказали, что он там видел чела? Да, видел. Он с дробовиком. Найс. И справа один остался. Один? Лайф. Теперь один? Один. Тут не залезь, короче. 15 секунд. Можно. Защищайте химконтейнер. Остается. Вон он. Хорошо. Ух, это ты, Игорь, это пиздец, конечно. Как же он ебет. Ну хули. Турбодрочь. Нулевая не. Легкие баны. Они, блядь, стратегии нормальные, там все грамотно делают вроде как. Касла брать или кого? Андрюх, у тебя вопрос? Я взял мьюта. Не знаю, если честно. Нет, смоком буду, ну нахуй тогда. Давай нахуй тогда. Да какая оружейная, слышите? Давайте другое что-то, гараж там, нет, гараж, спальня. Пизду, какая оружейная? Мы там опять обосрём сейчас. Или сверху надо? Сверху надо. Нормально, если оружейную выбрали, то нормально. Да, я спальню нажал. Да похуй. Нормально, спальня нормально. Короче, надо идти туда же. Где валькирию я убил в самом начале. Чтобы в спину смотреть. Там проехала тачка мимо тебя, флешка. Она внизу. Нет, она наверх ехала. Вот прям под тобой еще одна. Блять, надо было тут укреплять. Броники возьмите, там три штуки. Еще 5 секунд. Ловушка готова. Врагу не удалось обнаружить химконтейнер. Враг лох ебаный. Толпой, конечно, забить бегаем. Броники возьмите, кто не взял, алё. Напоминаю. О, я сам не взял. Я взял. Чего, блядь? Пьяный, что ли? Тащер хуйню какую-то мутит. Опа. Чего, блядь? Тут тащер. Фьюз. Ёбаный в рот. Что происходит вообще? Фанчик? Здесь разъебали окно. Фьюз. Ёб твою мать. Надо поднять. Заползает чел какой-то вроде. Куда? Получится поднять? Машинка заехала. Сейчас меня разъебывать будут. Хуёво тебе. Спальня. Я пустой! Если останетесь здесь, вас вычислят. Сука, тварь. Нахуй ты сосмотрел, он что, конченый? Бля, неужели он услышал оттуда, как я дощечки... Лол, он изначально смотрел туда. На крышке они, короче, сидят.
Тупо сидят на крыше, сидите с его не высовывайтесь. Блин, неужели прочитал меня? Тут сверлят. Я смотрю камеру чуть правее тебя. Тебя сзади не сверлят в этом случае? Сиди прям в закрытую, я камеру смотрю. Чуть правее тебя. Слышь, Кабач? Выходит тачер, термит, точнее, за... пол хп. Сзади, сзади, Кабач, сзади, Кабач! Сзади! Спасибо. Еще у там? Вас там кто-то? Там же, там же, там же. Не, бежал. Красиво. Процесс захвата не был завершен. Это победа. Красиво. Там вроде Андрей говорил, что к нему зашли. Но этот чел как раз оббежал. Они будут сосать хуй. Слышите? Я тащер возьму. Они mm-hmm. могут быть в этом самом. В гараже мы их там просто разъедем. Я тогда молоточком поработаю. Ого, так у него термит, оказывается, есть. А он, блядь, молчал. Может, он тащера ждал от нас? Возможно. Нормального тащера, может, типа, Игорь? Нормального тащера. Не в гараже. Точно? Поздравляю. Команде удалось найти хим-контейнер. Опять наверху. Да ты ебись, блядь, сука. Что-то это Валькирия надоело мне. Сразу прям попадает в машину. Согласен. А им хак. Им пизда. Забейте. Главное из окон не допустить, что вас подрошли. Камеру разъебите, пожалуйста, как можно быстрее. Почему-то дверь сломана. Есть информация какая-то на этот счет? Страх, поворот. Обнаружили нас. А где камера? Бля, у них тут дверь открыта. В каком-то случае. Пошли нахуй. Флешка, смотри, смотри, смотри. Не смотри, что в спину нас не бахнули. Игорь, ты здесь нужен, вот иду, тут. Иду. Где, где? Где ты пометил? Да. Так кто нас обнаруживает? Где камера с саны? Уже нигде, по-моему. Не, меня помечают до сих пор на крыше. Тут топ будет. Вот в деле. Готовьте позиции, охраняйте контейнер. Да по цели, в смысле? Я захватываю. На лестнице вот одного показывал. Блять, чё? Сзади, сзади за нас обошли, Валькирия ебаная. Жив лишь один оператив. Сзади Валькирия обошла. Говорил, Валькирия всегда сзади обходит. Ну вот это нормально то, что сейчас было? Как она вообще там оказалась, я не понял. Нормально, что-то ненормально, вдруг.
Ну от него-то, естественно, это нормально выглядит. У меня это выглядит так, то, что я типа не издаю никаких звуков, не палюсь никак, блядь, и он просто берет меня ваншотит, когда я его даже не вижу. Типа, я вот этого не понимаю в этой игре. Четко. Ну и что, мутим? Оружейное? Давайте оружейное, да. Сверху разъебем, если что. Вернем флешку быстрее. Флешка. Займемся персональной защитой. Человек альтап. Свидание. Да, кабачь. Уйди тогда сам себе. Они будут сверху нас разъебывать, как в прошлый раз. Чё? Блять, ебано вышло. Я там что-то сама Андрей, по-моему, твою глушилку. Ты поебать на неё. Она не моя, она государственная. Понял. А, флешку ты решил со мной вместе? И ты заделал ее, да? Блять, пиздец ты не прав. Я даже сказал, ебать ты не прав. Где тут машинка-то? Я не вижу. Ага. Она видела тебя? Да, естественно. Все, меня в туза как выебут, вот будет четко. Чего, меня обнаружили? Это где было? Там вот, куда я показываю, тебе надо убить и меня поднять. Игорь, втором этаже. А ты забил вообще на меня, да? Я тебя понял. Ну так ты под этим самым, под хмурым. Каким хмурым? Это вообще рандом, что ко мне прилетело. А, я еще прыгал. Они вниз спрыгивают, там есть еще. Через шахту пойдут. Какую такую шахту? Которую я? Размотал сзади. Сверху фьюз. Сверху фьюз. Ну вот 3 в 2. Кабачный твой фьюз, имею в виду. Ну там задел начку. Дверь ломать. Каким хуем оно делает? Красиво. Знаешь, что красиво, Игорь? Чё? Страйк справа. Тут же где-то. Да-да, там был. Тут же вот где-то. Ну... А, вот тут сверху. Он только реально жестко. Пиздец, сэр. Да, не идет игра, не идет. Так, а они сейчас могут быть где угодно, да, я правильно понимаю? Или нет? По-моему, да. Наверняка снизу опять там. Да, тащер взял, как бы. Дальше думайте сами. Гермит, тащ. Хорош, хорош лайнап. Только вот капитошка, типа, непонятно на самом деле, не зачем. Какой от него профит. Да кабач, пиздец. На кухне, что ли, опять? Или нет? Все снизу, а ничего вы начинаете. Короче, всё, блядь, я в этой позиции, пожалуй, останусь. Блядь, там челы что-то какую-то хуйню мутят. Вон же я его вижу, как это не обнаружен. У вас
Если бы он сейчас тебя убил, то это пиздец полил. О, я видел камеру. Начнем через 5 секунд. Андрюх, ты как? Идите к точке, где робот стал работать. Работать, он хочет отдыхать. Блять, ну отсюда идти это просто самое худшее, что может быть. Где-то валькирия обычно сверху сидит или где-то типа того. Сверху она была или где? Да, на лестнице. Там он. Окей. Держи в курсе. Давай с собой. Да. Опа, че. Андрюх, закинь туда, прикол. Нам этот, опа. Мужичка посмотреть. Какого мужичка? Машинку кинешь или че? Ну да, да, да. Кидай. У меня нету, у тебя. Понял, кидаю. Прикрывай меня. Чтобы меня не обошли ниоткуда. Бля, никогда не вижу, тут туман какой-то. Так, там наш чел. И снизу лежит. Лежащего. Тут, по-моему, убил. Сзади в дырке еще был. Сзади убил? Я пометил, где метка. Че там по подъему? Снаружи. Блять, вот он в двери. Отличная работа. Лол, как я этого чела убил, это вообще фантастика. Уже в падении, блять. Как же наш чел ебашит, это что-то невероятное. Да, он жесткий. Где мы будем? Я могу касла взять. Слушайте, давайте возьмем касла, опять там замутим. Не хотим? Оружейное? Вы уверены? Давай замутим. Может, спальню замутим? У нас тогда очень жестко вышло. Давайте? Давайте спальню замутим. Давайте спальню замутим. Затя флешка машинка. Да, в принципе, здесь можно. Остается 10 секунд. Отрубливаем связь. 5 секунд. Врагу не удалось обнаружить хим-контейнер. Надо было тут делать, на самом деле. Неплохо. Что-то отменяю там. Че? Запил идет. Майн, помните? Вот он, блядь, псих ебаный. Ты где? Да, в моей комнате стреляют, простреливают окна. Блядь, я броник не взял. Я за броником. Он ведь не будет по мне давать? Не, не будет, он по мне будет. Не, он просто прострелом ебаш, чуть мне не дал. Въебаш. Они знают, что я здесь. У меня вентилятор не работает еще.
блять, вот тут разъебали. Разъебали тут комнату. Здесь есть человек. Заблокировал дверь. Фьюз пошел. Че там было, мина? Фьюз. Нет, меня миной покоцало. Я лежу, короче. Разве Фьюз может, через кастовские вот эти вот домики? Че пилит? В мейн комнате? Меня никто, да, не сможет поднять. Нет, наверное. За тобой, Андрюх, за тобой, если что, осторожно. Я упал. Блять, он там. Сиди с его. Давай. Лол, красиво. Победа, ребят. Легкая победа, Андрюх. А он не успел просто? Не успел, конечно. Хотя ты их, по-моему, разъебали. Или нет? Да. Я думал, мы оба типа вместе, и я такой из последних сил достаю пистолет, блять, из откуда ты. Так это прям конкретный back to business, если что. Да. Может, на хорошей ноте закончим? Капец, там на платину надо, дофига. Ты чё, всё? Подзаебался немного. Я прям чувствую, что сейчас без желания будет некрасиво, понимаешь, Игорь? В чем я? К тому же тиммейт наш покинул нас.